Всем привет, с вами Роман Раскольников. Я продолжаю играть в игру под названием YouTubers Life. И, собственно, мне сегодня надо как-нибудь из минусов вылазить, потому что я... еще и купить еды надо. Так, сэндвичи придется покупать. Ну и все, у меня денег не осталось. Потому что я взял заказ. Но, к сожалению, у меня... не было нужной консоли, я купил нужную консоль. И, к сожалению, я не успел всего лишь на час или на два. И, в общем-то, я думал, я уйду в плюс, то мне 162 бакса бы заплатил. Но, к сожалению, он мне ничего не заплатил. Так, интересно же, кем же мне работать? Программистом-стажером? За 55 баксов за 6 часов. Или же разносить газеты за 45 всего лишь. Давайте. То, что больше платит, то там будем работать. Где больше платит. Придется работать, работать и работать. 115 баксов, кстати, надо накопить. Смотрите, как я играю. Так, выберите игру. Так, что тут у нас популярное? О! Вот давайте тебя. Геймплей. Так, карты. Надо карты изучить. А, я уже не успеваю изучить карты. Ничего себе! Плюс 2, минус 1. Надо, значит, смешно комментарии делать. Компенсируемый будет 0. А, вы вечно игровую жизнь друзей. Смешная критика, наверное. Или убийственный взгляд, вот. Эмоции через край. Ну и, конечно же, концовка. Чё нахуй тут ходит-то? Так. Ну тут только единственный вариант. Так как я буду работать очень долго и много, мне придется, короче, длинные видео выпускать. Пускай рендеринг долго идет. Так, работать. 7 часов за 65 баксов. Выгодно. Потом, конечно же, спать. Сэндвич. Нет. А сейчас медленно будет идти. Так, содержание комментариев сейчас посмотрим. То есть комментарии посмотрим. А, эй, говорят, у тебя есть парочка крутых игр. Хочу в них поиграть. Хорошо, играй. О, 115 баксов накопил, как мне его теперь купить? Накопиться 115, купить новый телефон, чтобы использовать новые опции и привлечь больше подписчиков. Телефон можно купить в магазине Миртехники. Так, отправиться за покупками. Так, отвечай по-быстрому на комментарии. Мир техники. Ой, неправильно. Может, вот это вот? Телефоны. Вот я понял.
Все отлично. Работать. Четыре, четыре. Восемь. Так, так выгоднее. А теперь у меня есть новый телефон, и я смогу рассказать о себе своим читателям. Посмотрите, как это работает. Хорошо. С этого момента наши читатели захотят, чтобы вы публиковали новые материалы хотя бы раз в день, иначе они рассердятся. Также не стоит выкладывать новые видеоролики каждые 2 часа. А с новым Starberry Course 92.00 можно читать сообщения друзей и других ютуберов через их профиль, а также узнавать их мнение по разным темам из публикаций на стене. Без сомнения, и социальные сети пригодятся любому ютуберу. Хорошо. Социальная сеть. Подключитесь к социальной сети через телефон. А как? А. Все понял. Пайпер, наверное, да? А, на стене можно читать сообщения других людей, на которых у вас оформлена подписка, а также узнавать их мнение по разным темам или просто ознакомьтесь с теми, чем они хотели бы поговорить. Еще здесь могут дать какой-нибудь совет, касающийся вашего канала. Принять. А, ой, вы также можете рекламировать свои недавно загруженные видео в своей социальной сети, чтобы получать больше просмотров. Помните, что продвижение видео стоит денег, и если оно плохое, продвижение не поможет. Кроме того, если вы публикуете много пипсов за короткое время и или всего публикуете один и тот же контент, это повлияет на вашу социальную панель. Эй, привет, как дела у тебя? Такие крутые видео, оторваться не могу. Говорю, чудесно проведено время с друзьями. Уже доступно для опубликовать. Привет, котики. Другое. Что это такое? Я не могу принять. Ну ладно, давайте опубликуем. Так, сэндвич, спать, так, наверное, продвижение купим. Потом придется опять работать. Вот, давайте вот эту работу вот выберем. А, надо еще поснимать что-нибудь. Что у нас сейчас популярно? Геймплей. Доброе утро. Весь день загружаешь видео, да сил у тебя не занимать. Финансы. Так, что тут у нас есть? Аренда жилья. Всего к оплате. Понятно. Так, формальные приветствия. Так, что тут? Вступительный ролик. X2. Харизму надо. Давайте харизму. Можно еще убийственный взгляд прокачать. Ну, то есть не прокачать, а выбрать. Эмоции через край. Так, это очень плохо. Ну и, конечно же, затмение. Как же без этого? Карты, надо карты новые. А, я уже не успел, ладно. Так. Ну, придется вот так вот. Довольствуйте тем, что есть.
А вы играете в свою любимую игру Candy Brick, но... А, уровень 470 просто запределен. А, купить бустер, попросить жизни. Попросить жизни. Блин, надо было купить бустер. Точно. Так, купить еду. А, надо еще нам твит написать. Еще икон сломался. Так, сэндвичи купим. Салат выгоден, наверное. И хот-дог. Так, ремонт. Так, а как мне написать твит? Я уже забыл. А, все, понял, вспомнил. Почта. Выглядит неплохо, но не потрясающе. Цифры — это не главное в жизни. Приоритеты — мини-цифры. Доброе утро. Я поиграю немного, если ты не против. Нет, не против. Так. Содержание комментарий. Так, какие там комментарии мне написали? Давайте салат съедим. Так, продвижение. Так, подожди-ка. Стоп. Посмотреть твой профиль. Романтик. Ага. Георгия. Романтик игр. Игры ей нравятся, короче. Поговорить о Ютубе, наверное. Поговорить о играх. Это я отменяю. Поговорить о играх. Поговорить о играх. Так, вперед. А, она просто взяла и ушла. Очень жаль. Так, тогда я какой-нибудь твит сделаю. Круто или нет? Я не могу принять. Так, хорошо, сообщение пока пиши. Я тут еще... Карты, вот. Очень плохо у меня очки харизмы прокачиваются. Так, помахать на прощание. Так, ладно. Неплохо. И надо что-нибудь... Так, выберем игру. Так, очень популярно. Можно опять сыграть в геймплей. Надо потом будет новые комплектующие для компьютера купить. Прикупить. Так. Вступительный ролик. Минус опять сюжет. Смешной комментарий пускай будет. Смешная критика. Ты
техническое замечание. Потому что здесь x2 будут очки. Так, x2 минус 3. Блин. Совет. Отображение результатов игры. Так, x2 харизма. Плюс 2. А давайте я вот так вот сделаю. То есть актерская игра. Неплохо, кстати, получилось. Так. Теперь смотрим. Можно это сделать так. Так, подождите. Это мы делаем вот так вот. Это мы делаем вот так вот. А это вот так вот. Мягкий фокус. Пойдет. Так, спать. И потом я еще попробую улучшить компьютер. Понятно, нужно подождать, пока рендерится видео. Так, это клавиатура, монитор, мыши, веб-камеру надо лучше купить. Почему я старый не могу продавать себе веб-камеры? 115 микрофона он стоит. Ладно, придется на работу идти. Работать. Программист-стажер. Так, а тут... А, это новая веб-камера пришла. Так, можно еще работать. Давайте вот так вот. Поговорить. Что ты хочешь? Привет, ты говорят, что тебе... хорошо, давай посмотрим, что ты мне хочешь. Honey PSP. Ну давай, попробуем. Надеюсь, она недорогая. Надеюсь, она недорогая. Honey PSP. Купить консоль. А, чуть-чуть не хватает. $178, да? Блин, не хватает. Придется работать идти. Надеюсь, я успею, я должен успеть. Иначе будет очень плохо. Дизлайки? Блин, очень плохо. Так, да хорошо, хорошо играй. Мне опять не хватает. Опять денег не хватает. Так, потом поделиться с читателями надо будет чем-нибудь. Так, вот сейчас должно хватить, если я не ошибаюсь. Так, купить консоль. Так, написать твит. Да, хватает. Но сначала я сниму лучшую игру.
Неплохой способ денег подзаработать. Она вроде просила геймплей, если не ошибаюсь. Да, геймплей. О, новая вебка. А, без фильтра. Двуканальный. Однонаправленный. Так лучше. Не понял. А, мне консоль еще не пришла. Так, консоль пришла, все, можно снимать. Ну тут никак я вот это не подправлю. Так, плюс один, плюс один. Можно эмоции через край, кстати. Нет, надо было актерскую игру, кстати, поднять лучше. Смешная критика. Хотя надо было убийственный взгляд лучше. А, минус три. Сержант. Совет. Ну и, наверное, прощание, помахать рукой. Так, так, это я делаю вот так вот. Это я делаю вот так вот. Это я делаю так вот. И так вот. Все отлично. Сценарий хороший. Ну все. Не очень хорошо. А, здравствуйте, Иван. Я представитель Никософт. Ваше расписание позволяет... Да. Если вы мне дадите скидку на это, я согласен. Так, заменить. Хот-дог. Спать. А, я же еще твит тоже написать. Опубликовать. Привет, котики. Другое. Круто или нет, я не могу принять. Ну ладно, опубликуем. А хорошо, если публиковать материалы на своем канале и в соцсетях, то легко и просто так заработать 30к подписчиков. А наконец-то у меня 30к подписчиков, моя известность на YouTube росла, и этой комнаты было уже мало, чтобы делать все больше видео, требовалось больше, значительно больше места, мне нужна была собственная квартира. Мне нравится, что я говорю. Он говорит о том, что в первый раз приходит в голову, но если так это делать где угодно. Поручение, геймплей, посетить презентацию, через 28 часов можно будет посетить презентацию. Так, хорошо, отлично, у тебя получилось, просто превосходно. Теперь посмотрим, будет ли видео популярным. Спасибо тебе, Иван. Ну, более-менее популярно, я бы сказал так. Посетить презентацию. Презентация. А, что такое Rocky 3? А, Rocky 3 это что-то странное. Один дизлайк, много лайков. Очень много лайков. Популярное оно будет, это видео.
карточки. Можно карточки прокачать, но... Но мне не хватает харизмы. Так, ну... И что можно сделать? 8 часов осталось, да? Можно на работу сходить на 2 часа. Или на 4. На мероприятие. Потом надо будет одежду прикупить. Опять новая презентация. Так опять то же самое же, что у Sony, вот этот Huawei PlayStation. Только теперь Xbox. А добро пожаловать на презентацию The Glory of Mile. Это игра в жанре головоломки, которую выпустит на Nikasoft The Box. А критики ставят игре оценку хорошо. Март 28-го, дата выхода игры, цена 35 баксов. Если вы хотите получить игру бесплатно, поговорите с участником возле места фотосессии. 25 марта. Достаточно, я ухожу. Давайте поговорим, получим игру бесплатно. Здравствуйте, меня зовут Елена, я торговый представитель компании Nikasoft. Надеюсь, мы сможем сотрудничать в будущем. Хорошо. А, вот. Ты, Елена? Нет. Ты нет. Ты нет. Так, ты у нас поговоришь. А, привет, ты Иван? Говорят, что у тебя отличное видео. Нет, спасибо. А, давай потом. О, ты, наверное, представитель. Нет. Так, а где представитель? Здравствуйте, мой компаньон сломался, и я не могу отредактировать видео. Мне говорили, что ты отлично в этом разбираешься. Можешь опубликовать видео, я оплачу тебе. Хорошо, что мне нужно сделать? Говорят, ты геймплей DS Mantenda. Извини, но у меня нет такой консоли. Так. Попросить игру, вот с тобой можно попросить. А, вы мне нравитесь, я дам вам игру. Отлично. Игру мы получили. 25-го. Надеюсь, условия договора не доставят нам каких-либо неудобств. Не составят. Так, вернуться домой. Придется новую консоль, кстати, покупать, чтобы заснять геймплей по этой игре. Но я думаю, оно того стоит. Иван, благодарим вас за присутствие на презентации вашей игры The Glory of Mile. Мы надеемся, что будем с вами сотрудничать дальше. Все. А, так, игру я получил. Так, выбрать игру. Так, как она называется, эта консоль? О, у меня есть, оказывается. Март 28-го. Давайте сделаем превью. Я опять никак не подправлю. Так, тут у нас надо что-нибудь с харизмой сделать. Хорошо. Вот она, харизма в ноль уйдет сейчас. Так, вот минус 3. Плюс... А, X... ну тут я тоже ничего не могу. Смешно, критику давайте сделаем. Харизм умножается на 2, но у меня такого, к сожалению, нет. Эмоции через край. Давайте совет сделаем. Ну и помашем просто рукой. Не очень хорошо получилось, но думаю, сойдет.
показать результат. Так, что там ему не нравится? Сейчас не катит. Видео по теме Honor PSP сейчас не катит. Кому-нибудь еще не нравится? О боже, тебе не стоит включать камеру, чтобы снимать такое. Нет ничего важнее превью. А, к сожалению, завершить мне нормально не получится. Давайте обработку. И вот так вот сделаем. Думаю, нормально. Ну, неплохо. Средний показатель. Вот с тобой я обязательно поговорю. А, как дела, Иван? Мы сегодня устраиваем вечеринку. Ты же хочешь с нами повеселиться, да? Ты добавь быстрее на тусовку. Будет весело. Тусовка, пойдешь со мной? Ладно, думаю, на этом я закончу. Я уже хотел заканчивать, но, к сожалению, вот она пришла. На этом закончим, а в следующей серии я продолжу. И пойду на тусовку обязательно. А, всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!